Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о нашей косметике. Косметикой мы занимаемся относительно недавно. Это уже наша вторая проба заняться косметикой когда-то. Давным-давно, лет 7 назад мы уже занимались косметикой, но тогда это был совершенно другой формат. Конечно, сейчас у нас и линейка побольше, и намного все разнообразнее, и намного красивее. Итак, первое, с чем я хочу вас познакомить, это мыло-мочалки. Мыло-мочалки, их любят все. Вот такая вот веревочка есть у каждой мыло-мочалки для того, чтобы ее можно было повесить. Сама мочалка сделана из войлока. Внутри 80 грамм мыла, вот такие вот они все красивые, необычные, они все разные, разные эфирные масла используются, но в базе всегда масло абрикосовой косточки, потому что оно имеет сильные защитные функции, и 20% настоя цитрарии. Мыло-мочалку можно использовать как для лица, так и для тела. Она очень хорошо будет, если для лица использовать, такой хороший скрабирующий эффект будет давать, то есть вместо скраба пару раз в неделю умываться мыло-мочалкой можно. После того, как мыло закончится, хотя времени пройдет достаточно много, можно просто пользоваться мыло-мочалкой, как обычной мочалкой, либо засунуть туда другой кусок мыла. Со временем она станет более плотная и станет такая, как мешочек. Немножко изменит свой внешний вид, она немножко изменится сам рисунок. И все равно ей можно будет пользоваться. Очень удобная, красивая вещь, очень интересная, их часто берут на подарки. И, в принципе, такие вот очень хорошие о них всегда отзывы, очень веселенькие такие мочалки. Можно купить мочалку отдельно, можно купить вот в таком вот наборе. Наборы тоже у нас есть разные, все можно посмотреть у нас на странице в Инстаграме, в косметическом, либо на сайте. Друзья, хочу вам сказать пару слов о гидролатах. Вот они, наши гидролаты. Гидролат – это дистиллят. Водный пар проходит через растение, насыщается его всеми полезными свойствами, веществами и выпадает в осадок. Гидролат используют как для лица, так и для волос. Я уже снимала видео про гидролаты, вы можете посмотреть в нашем аккаунте. Единственное, что хочу добавить, на данный момент у нас представлено 7 гидролатов. Это гидролат розы, ромашки, апельсина, укропа, цитрарии и лаванды. Далее хочу сказать вам о мыле. У нас есть мыло для жирной кожи, для комбинированной, для сухой и отдельно мужское мыло. В каждом мыле присутствует 20% настоя цитрарии. Как базовое масло мы используем масло авокадо, потому что у него сильные защитные свойства. И в каждом мыле есть эфирные масла по типу кожи подобраны. Так как цитрария является сильным антиоксидантом, она оказывает на кожу очень хорошее воздействие, хорошо питает кожу, заживляет какие-то мелкие порезы, также сужает поры. Если у вас жирная кожа, регулирует выделение кожного сала, хорошо выравнивает цвет кожи и способствует поддержанию оптимального pH. Для возрастной кожи тоже цитрария очень полезна, потому что она предупреждает, во-первых, появление морщин, ну а во-вторых, разглаживает мелкие морщины, что тоже очень классно, и способствует кожному обновлению, что тоже действует как омолаживание для кожи. Наконец, переходим к шампуню. Вот он, наш шампунь. Он уже достаточно популярный, у него уже много отзывов, он имеет очень длинную и долгую историю. Я очень долго прорабатывала формулу шампуня, очень долго ее корректировала. Некоторые коррективы еще до сих пор я провожу, какие-то опыты на нем провожу. Он очень хорошо воздействует на волосы, делает волосы мягкими, гладкими. Вот я на данный момент голову помыла именно шампунем и больше ничем. То есть я хочу, чтобы наш шампунь был как и бальзамом, и шампунем. Конечно, этого достичь очень сложно, но благодаря маслам, благодаря маслу авокадо, благодаря маслу брокколи, которое является заменителем природным силикона, я думаю, что этот эффект можно достичь. Наш шампунь на 80% состоит из настоя цитрарии и мыльного ореха. В качестве базового масла мы выбрали масло авокадо, потому что оно имеет сильные защитные свойства. В качестве эфирного масла берем масло чайного дерева. Очень подходит для жирных волос, потому что будет регулировать выделение кожного сала и также тоже будет сужать поры. Шампунь хорошо питает волосы, увлажняет, способствует росту волос и подходит, в принципе, даже для ежедневного использования. Хотя волосы дольше будут оставаться чистыми. Ну вот раньше я мыла волосы через день где-то, то сейчас
мою раз в 3 дня. И очень много у нас отзывов от покупателей, которые пишут, что волосы дольше остаются чистыми. Он очень густой, хорошо пенится, будет хорошо промывать волосы. Дальше наша новинка. Вот я взяла вам показать, это морская соль, запах невероятный просто. Я вчера сделала мужу, у нас был такой пробный вариант, солью ванную, ему очень понравилось, так немножко окрашивает воду, вот эта роза, вот она, смотрите, немножко окрашивает воду в розовый цвет, очень романтичная, очень нежная соль. И лаванду я взяла вам показать, вот лаванда, здесь тоже сухоцветы лаванды, масло лаванды и невероятный аромат. Такое впечатление, что ты вот нюхаешь и думаешь, словно ты на лавандовом поле. Вот тоже поближе вам ее покажу. Вот такая вот она красивая соль. Вот такая. Соль у нас с объемом 0,5 килограмма. Вот, ну вы можете заказать другой объем. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Буду рада вашим лайкам и комментариям. До скорой встречи!